Короче, ребят, этот ролик получается без камеры, хотя вот сейчас я на камеру говорю, но тем не менее. В общем, записывал ролик я в попыхах, с пленом на руках. Я по-прежнему болею, у меня, в общем, бронхит, ребят. Если кому не жалко, то можете, в принципе, скинуть какую-то монетку, скажем так. Ссылка будет в комментариях, в закрепленном комментарии. Ну и, думаю, в описании тоже закину. В общем, там можете скинуть, кто скинет, тот красавчик. И, соответственно, тот попадет в следующий ролик. Можете там сообщение написать, прикрепить и так далее. В общем, поехали, давайте уже посмотрим ролик. Ребят, всем привет. Короче говоря, скачал Rush Wars. Это мой первый раз в Rush Wars. Тут целая вообще история. Пришлось немножко, так сказать, потрудиться, чтобы ее скачать, потому что, так как я живу в России, простите, я болею еще. В общем, нельзя скачать ее из России. То есть, если ты, так сказать, айпишник российский, то нельзя скачать. Нужен, по-моему, канадский. В общем, я сделал канадский, и все сработало. Давайте посмотрим, что здесь вообще нужно сделать здесь. Пока что все на инглише, поэтому мне будет несколько проблематично. Ничего думать про это. Здесь, в принципе, также есть какие-то подсказки. Нормально, разберемся. Старт. Rush. Ну что, пацаны? Так, здесь можно прибежать? Нельзя прибежать, к сожалению. Ну что, первого пацанчика мы завалили, дальше идем какие-то базы, видимо, уничтожать. Окей, уничтожили базы. И, в принципе, все. Есть. Вот тут вот здесь какие-то боксы. Урбоксы. Окей, это питча. Типа тот, который подает, по-моему. Так, друзья, не знаю, что здесь. This is your camp. Here you can tell. Out and prepared for you. Короче, я не умею читать, ужасно читаю, но тем не менее. Your next battle. Хочу следующую, короче, битву, да. Hit the attack button. Короче, нажми кнопку, если хочешь дальше голды, да? Ну окей. Хочу я голды, наверное, и поэтому я нажимаю кнопку. Чё это? Да, я нажал 3 раза кнопку. Ну чё, searching for gold mine. Типа, ищем новых чуваков, у которых есть голда, видимо. Ну, короче, я по-своему как-то перевожу. Place your troops. Короче, давай своих трупов расчехляй, наверное, мне говорят. И пошел, давай, стартуем. Rush. Короче, ребят, мне по-прежнему горло болит, бронхит, поэтому сорян за такую запись. Не плюс я записываю, ребята, это надеюсь, если это получится. Надеюсь, блин, все, ребят, ставьте лайки, давайте наберем хотя бы под этим роликом, не знаю, хотя бы 100 лайков, там больше цели не будем пока ставить. Хотя бы лайки, ребят, сорян, каша, ничего. Так, ну что, все, что ли? В принципе, пока достаточно просто, ребят, и как бы, в принципе, игрушка мне пока нравится, то есть, я могу сказать одну, то что она очень похожа на Clash of Clans, также набрал старт чем-то, то есть это, знаете, такая, пока что для меня это смесь. First airdrop found, need, let's attack. Короче, первый airdrop, да? Ладно, атака. Так, это, так, причем, не знаете, тыкают, не тыкают все, чтобы я типа понимал, я настолько тупой и глупый, вообще нифига не разбирать. Ну короче, на самом деле это нормально, это понятно, это правильно. Короче, так, я давай не покажу лучше, не знаю куда. Вот оно чё. Ну, в принципе, ок. Так, дальше давай одну сюда и сюда, не знаю, что это будет, может быть это соседи правильно. Нет, все, ребят, короче, это была не самая лучшая тактика, по крайней мере, у нас есть одна звезда, и это точно это ничего. Труппер какой-то, питчер. Короче, труппичер. Или труппичер, ну что, не знаю.
как правильно, но хорошо. Upgrade. Хочу upgrade. Upgrade. Yeah, level 1. Level 2. And damage. Sick. Damage. Health. Okay. Let's go. Let's do it, да? Ну чё? Следующий левел. Блин, ребята, если что-то есть желание покашлять прям, ну, надо снимать классную игру. По-моему, классную игру. Слушайте, возможно, если опять же, ребята, вам понравится, если не беру хотя бы 100 лайков, косарь просмотров, короче, ребят, делаем новую часть, новое, так сказать, прохождение, новый летсплей по этой, и надеюсь, замечательной игре. Блин, ребят, ну что ж такое, кашлять хочу. Это ужас, ужас, ребята, ужас. Просто вот эти лайки. Так, окей. В общем, окей, хорошо. Короче, next, и все. Я тут ничего читать не буду, потому что я толком не понимаю английский язык. Так, может быть, несколько слов максимум. Upgrade. Oh, yes, yes, yes. Oh, yes. Yes. Окей. Let's go. Давай, короче, это пацана возьмем. Этого, все более жесткий. Эту булочку. Все, короче, вот такая моя атака будет. Что еще надо? А, airdrop, airdrop, ребят. Airdrop, airdrop. А, что это? Оп, ебой. Так, что здесь? Здесь пока что никого нету. Короче, йоу. Полетели. Ну что ж такое-то, пока что не знаю, ребята. Так, ладно. Place you troop. Так, что куда? Что кого и куда мне надо? Короче, давайте какой-то airdrop закинем, где будет больше поражений. Давайте хоть что-то закинем. Ну, по крайней мере, я какого-то там человека жестко не заберу. Короче, всех просто отпускаем и все. Вот и все, ребят, короче. Чтобы, знаете, массово. Будем брать не качество, а не количество. То есть не склом, а количество, опять же. Ну, здесь, знаете, вроде не так жестко. И нет, типа, вариантов для, ну, типа, как-то поменять вид игры. То есть я просто смотрю, что это было. Вроде неплохо. Окей. Хорошо. Три звучки. Кайф. Лайвас. Виктори. Это, ребят, новый какой-то у нас лутбокс. 25 голды. Хот. Шот. Горячий. Быстро. Оу. Наконец-то спрашивают про имя. Ну давайте, что, Максим? Maybe. Maybe Максим, да? Окей. Пусть будет Максим. Ну и пусть будет что-то, не знаю, можно тогда? Типа, окей, норм. Окей. Бананчик. Типа, пососи бананчик теперь, раз ты имя свое назвал. Что это за дичь какая-то? Gold my. Gold man. Yeah. Бой-бой. Так, ну ладно, хватит рэперских приколов. Place defense. Че, вот этих чувачков, они какие-то, я не знаю, вот этих, наверное. Че надо, блин, самуха, не пойму я. Что тебе надо? Я не знаю, что надо, что-то надо ему. Может быть, просто не туда, типа. А, вот это как работает, ребята, блин, короче. Че, бесконечно, не может, что ли, можно, да? Так, типа, засейвил дома, что ли? Это, типа, такая тема. Ну, в любом случае, короче, вот на этом такая тема. Где мы? Голда. Питчер. Короче, питчера можно теперь улучшить. Карта какая-то. А, ну, это... Не знаю, что это пока такое. Буст какой-то еще есть. Так, что-то пляшет. Ладно, я, короче, все равно ничего не понимаю. Поэтому для меня не очень-то актуальна эта штука. Ну, да ладно. Давайте еще одну хотя бы атаку проведем. Давайте посылку больше, наверное, да? Так. Не знаю, что это такое, короче, ну окей, погнали. Сейчас какую-то другую штуку взяли, типа... Типа хз, что такое, ну ладно. Версус. О, прям версус, ребят, то есть прям я версусую. Версусую. Ладно, окей, что кого, давайте сюда. Давайте все, короче, пацанов прям жестко. Что ты паришься? Что ты паришься? Это что это?
А, это я, короче, понял, ну типа такой. Да, я, короче, впустую использовал эту штуку, но типа делать игре. Мне там не готовы там сказать, делать. Просто понятно, что. Мы уже взяли, по крайней мере, одну, уже две. Примерно неплохо, но это будет неплохо. Так, теперь нужно уничтожить, что это будет. Ну, теперь типа чекпоинты, да, ну типа, да. Что такое значимое? Вот, да, это неделю раз нужно было сделать. И, собственно, все, это победа. Кажется, victory, next match. Oh, yes. Надо еще две звезды зафигачить. Ну, что? Волк, наверное. Так, ну, что здесь? Не знаю, что здесь за штука, конечно, но окей. Пусть, как говорится, остается. Друзья, в общем, не буду делать супер длинный ролик, поэтому на этом, наверное, мы закончим, остановимся. В общем, ребят, поставьте, пожалуйста, лайк, вам совсем не сложно сделать, мне будет очень приятно и будет способствовать, конечно же, моему скорейшему выздоровлению и развитию канала. Ну и вообще, ребят, если нравится такой контент, то да просто поставьте лайк, что такого сложно поставить. Если не нравится, ну окей, ставьте дизлайк тогда, все, потерплю, так сказать. Пишите комментарии, что вы думаете, как бы. Может быть, уже стоит клан создать? Клан создается после третьего левела. Короче, ребят, если хотите, то и клан создадим. С вами был Макс Шубин. Канал это реально интересно. Также подписывайтесь на все мои другие каналы. Все ссылки есть в описании. На мой инстаграм, на мой новый инстаграм. А также на мою страничку ВКонтакте, на мой фейсбук. Ребят, все сказал. Все ссылки в описании. С вами был Макс Шубин. Всем удачи, всем пока.